Ассаламу алейкум ва рахматулла ва баракату. Приветствуем всех наших подписчиков, всех любителей овец гессарской породы, а также аборигенных среднеазиатских овчарок, которых наживают саги Дахмарда или саги Чупони или саги Тоджики. Вот Абдулхайр, наш специальный корреспондент, находится в Кабадьяне, в Таджикистане. Говорит, что очень много овец идет, перегон вовсю идет. И это вот смешанная отара принадлежит хозяйствам Кабадьянского района. Здесь смешанное поголовье, здесь есть и гисары, и чуваланы, есть и джойдури. Вот. Посмотрите, овцы упитанные. Вот старший. Гулом его зовут. Из Саид-Абада, оказывается, он. Вот такой вот улыбчивый парень. Это не его отара, это кому-то принадлежит отара, и он ее пасет. Ну и, конечно же, у него свои овцы там есть, и есть овцы других людей. Это так называемые сборные отары, так называемые. Ну вот мы видим, что движение вовсю двигается. Овцы идут, вон собачки есть, охраняют. Вот, говорит, что... Абдулхайр говорит, что 50-60 видео он нарезал. Вот разные. Вот, пожалуйста, и шачки есть. Есть и козы, и лошади. Все, что угодно. Вот тоже парень. Нуридин. Вот, посмотрите, какой красавчик пес идет рядом с ним. Вот еще у него какое хозяйство, тоже кабадьянская отара. Вот такие вот великолепные аборигенные рабочие собаки, которые выполняют честно свою работу и занимаются тем, чем им положено заниматься, то есть охраняют отары от всевозможных хищников. А хищников много, вот в этих районах много как раз волков, здесь есть и шакалы, и лисы. А в горах высоко, где они были, там находятся медведи и барсы, рыси. Рыси здесь тоже есть. Ну вот видите, он сейчас поймал свою лошадку. Хороший конь у него. Вот Абдулхайр говорит ему: садись, мы тебя снимем. Ну, это место знакомое мне тоже. Это недалеко от Гарауты. Это в окрестностях тоже, скажем так, в сторону движения это получается. Вот красота какая. Вот это из Джигаталя. Вот это старший чабан, старший Дахмарда. В мае, говорит, они отправились. Ляхш они ходили. Говорит, что очень хорошо все было. Доволен. Вот такие вот собачки, видите? Здесь есть возможность попить. Травка еще зелененькая вокруг, потому что есть вода. Вот здесь 1500 овец в этой отаре. Опять-таки видим, что смешанное. Здесь есть очень хорошие и овцы, гисары есть. Смотрите, скот упитан в хорошем состоянии. Здесь 6 где-то собак у них, говорит. Ну, они все там далеко. Абдулхайр, наш специальный корреспондент, не решается пойти к собакам. А вот он снимает овец, но очень хорошее качество. Посмотрите, овцы очень хорошие. И вот они так двигаются сначала вверх, а теперь они спускаются вниз. Видите, собачка тоже двигается там. А собаки остальные вот в тенечке прилегли.
Их много там. Раз, два, три, четыре, пять. Пять я вижу. Ну и шестая прошла, так что... Есть чем заняться. Бешпек Сатур. Из Гармани идут. Из ущелья Комаров. Знаменитое такое ущелье. Аздарай Комаров. Сиадара. Посмотрите на овец, на лошадей. Ну, здесь всякие есть. Есть вот брак. Но овцы все равно упитанные, хорошие. Вот он говорит, что он не блогер, но отправит блогеру. Вот, видите, что говорит, что нам отправляет, Латифу отправляет. Оджи подробно у всех все расспрашивает. У самого у него тоже есть овцы хорошие в Атаре. Ну, посмотрите, кучкар побежал. Ну, хорошие овцы. Это, видите, он встречает встречные собаки. Вот еще очередная тара. Тоже очень хорошие овцы. Посмотрите. Посмотрите, какой серка идет. Вон он, красавчик, коз. Козочки какие красивые. И упитанные овцы очень хорошие. Посмотрите, какие матки. Вот это белое, конечно же. И вот пятнистые, это не гисарские овцы. Но очень много хороших гисаров. Вообще население сейчас старается, конечно же, почистить кровь. И иметь хороших элитных гисаров. Поэтому вот недавно я разговаривал с Абдурахмоном. Он говорит, что со всех частей краев Таджикистана приезжают как раз-таки за кучкарами, чтобы улучшить поголовье. Ну и мы видим, что это им удается. Посмотрите, вот сколько уже промахали, отмахали, как говорится, овцы. А какие они упитанные, какие правильные все. Почти не видно опущенных, раздвоенных курдюков. Ну вот есть пятна, вот пятно на голове, это брак. Вот это пятнистый тоже брак. Но в основном овцы очень хорошие. Посмотрите, какой идет и шаг такой нагруженный. Очень хороший тоже. Пыль поднимается. Очень качество съемки падает. Но тем не менее, вот неустанно снимает и снимает, продолжает снимать. Оджи. Азиз Бек зовут его. Старчи. Из Гарауты он. Это Атара стояла в Рамите. Вот он рассказывает, говорит, какое место, я это место не знаю. Ну, в Рамите. В марте они отправились. А посмотрите, а сегодня уже 8 октября. И через Обигарм они приходят, возвращаются. И идут туда тоже через Обигарм. Вот что-то овцы остановились. Видимо, козли. 1300 овец здесь, в этой Атаре. И он говорит, что чакана, то есть сборная Атары плюс его. 21 год всего парню. Азизбеку, говорит, у него отец был старчи, но, говорит, ему сдал Атару. Отца его зовут Гульмурод. Вот еще одна Атара. Посмотрите, Атары идут одна за другой. Нескончаемый поток. Тоже гараутинская Атара.
Вот это Джамшед, старший чабан, говорит, не снимайте нас. Не надо, говорит, нас выставлять на YouTube. Стесняется? Ну, посмотрим на овец его сейчас. Овцы неплохие. Разного качества, разные. Вот такие вот помощники чабанов идут. Ну, так себе. Это, конечно же, в основном это джойдоришные овцы. То есть местные всевозможные породы. Джойдори переводится как местная. Махали, джойдори, тахджои. Это вот такие вот, как говорится, метисня. Тем более, что это, скорее всего, чакана. То есть здесь могут быть и хорошие овцы, и плохие. Но это сборный отар, опять-таки. Это не принадлежит какому-то отдельному хозяину или хозяйству. Это вот жители селения или района собираются и доверяют одному чабану овец. И потом платят ему за это. А вот это вот хабадьянская отара. И посмотрите, идут они в шарту почти. Овцы здесь хорошие. Из Рамита идут тоже. Посмотрим. Да. Сам Гуджи говорит, что очень хорошие овцы. Ну, есть тоже брак, но в основном овцы хорошие. Везде есть собаки, конечно же, но не всех снимают Гуджи, потому что, ну, разные собаки бывают, могут и напасть. Красота какая. Есть хорошие овцы, есть, есть. И самое главное, что упитанные. Канаск. Это в Рамите из Канаска они. Ну, смотрите, вот это вообще очень классные овцы. Вот это просто очень хорошие овцы. Это уже другая тара. Посмотрите, какие они упитанные и качественные. Вот встречаются 1-2 бракованные, но хорошего качества. И два человека всего чабана вот ведут вот всю отару. Здесь 1500 овец. Ну, при помощи собак, конечно. Собаки, говорит, зашли с той стороны. Шли, и он не снял их. Но посмотрите, вот. Вот это гисары. С белым пятном, конечно, не гисар, а помесь какая-то. Но вот это все очень хорошие гисары. Посмотрите, очень классно. Красота, да и только. Тоже кабадьян. Хасан? Владелец отары Хасан. Умара Мешноси. У Хасана хорошие овцы. Телефоны мы не выставляем, потому что, видите, никто не спрашивает ни у кого. Вот это еще одна отара. И тоже хорошие овцы. Ну, видно, что трудились на славу. Это вот Куйбышевский район, ныне называется Абдурахмони Джоми,
старчей, тоже его здесь зовут Абдурахмон, и овцы хорошие. Куйбеш. Сейчас они где-нибудь остановятся по дороге. Ну вот, у нас есть возможность посмотреть на то, в каком состоянии овцы возвращаются с пастбищ. Ну, вот в этом и есть успех отгонного овцеводства, то, что не нужно затратить финансы на покупку сена. А вот тут, вот видите, вон баран идет вот, с висячим курдюком, это, скорее всего, афганец какой-то. Вот, Абдурахмон из, как говорится, района Абдурахмон Джоми. Из Хуита идут. Из Назарайлоха. Тоже очень далеко. А вот еще одна тара. И это на сегодняшний день последняя, крайняя тара, которую увидел Худжи. Тоже очень хорошие овцы идут. Стройными рядами. Двигаются домой. Хорошие матки. Все уже. Матки уже все, как говорится, уже беременные. Так что будем ждать приплода в марте от них. Хорошие овцы. Хорошие. Это Колхозабадский район. Владельца зовут Рахматулло. Ну, видно, что все дахмарда потрудились на славу. И опять-таки пожелаем им бараката. Так же, как и вам всем, удачи, успехов, здоровья и бараката. Еще раз желаем всем удачи и здоровья нашему специальному корреспонденту Оджи Абдулхайру. И спасибо ему огромное за то, что присылает нам материал. И мы имеем возможность с вами поделиться. Всего хорошего и удачи еще раз.